Здравствуйте, уважаемые зрители! Очень рада всех вас приветствовать на своем канале. Сегодня вместе с вами хочу сходить в магазин низких цен, в Светофор, посмотреть, что здесь нового, что интересно, вообще актуальный ассортимент, который есть сейчас в продаже. А поверьте, у нас есть что посмотреть, есть что показать, поэтому вам, думаю, будет интересно. Я сейчас нахожусь в городе Курск. Это стройгигант Косухина 51. Всем вам желаю приятного просмотра. Давайте скорее начинать. А давайте прямо с самого начала и начнем. Почему нет? Увидела, что сейчас по акции, и давно не видели мы их с вами, кстати. Это фотообои. Давайте сразу покажу вам цену. 324 вот рубля. Желтый ценник. Размер 1400 на 2000 миллиметров. И они вот есть здесь абсолютно разные рисунки. Здесь вот какой-то спорт мы с вами взяли. То есть можно задекорировать любую стену абсолютно. Они уже в остатках здесь, поэтому и распродажа. Есть ли что-то еще? Так, спорт. Кто-то открыл упаковку, какие яркие они там внутри, бумажные, конечно. А вот здесь вот что? А, все спортивное пока. Наверное, только спорт и остался, друзья мои. Один футбол, поэтому и распродают. Ну ничего, будем надеяться, привезут их еще. Коврики. Коврики есть в продаже. Симпатичные, очень приятные, мягкие. 257 – это Китай. И 50 на 80 сантиметров. Посмотрите, насколько они классные. Это именно не дорожка, а такой пушистый коврик. Они полностью прорезинены, хорошо очень пошиты. Видите, как все обработано, все как нужно. Еще и цвет можно выбрать. Вот здесь, например, будет немного другая цветовая палитра, если сравнить вот с этим. Ну, они похожи, конечно, между собой. Вот эти коврики по качеству мне вообще очень нравятся. И еще, которые сейчас разбирают, очень модные такие они по своему покрытию, которые, знаете, не впитывают влагу, а если там что-то впитали, быстро, например, сохнут, да? Смотрим с вами, это состав композитные материалы на основе ПВХ. Срок годности не ограничен. Набор из двух предметов, опять же, для ванной комнаты. Посмотрю сейчас на цену. Набор 396 рублей, 40 на 60 и 40 на 50 сантиметров. Есть еще и по рисунку они разные. Полностью прорезиненная основа сзади, поэтому вы, если что, присмотритесь. А вот такой вот мы с вами, по-моему, не видели. В сером цвете еще есть, тоже симпатичные. А вот такие вот морские видели, по-моему, да? Неоднократно. Их сейчас здесь много, таких наборчиков, поэтому если нужно, вы присмотритесь. Друзья мои, а теперь я хочу вам показать свои новые гаджеты. Я заказала себе часы Apple Watch и наушники. Это реплика, но очень хорошего качества, от оригинала вообще не отличить. Здесь все идеально, начиная от упаковки до самих часов. Я просто в восторге. Упаковано все как нужно, можно смело сказать, что на высшем уровне. У меня часики 45 миллиметров, сейчас вам их покажу, такие они симпатичные. И в комплекте к ним еще идет беспроводная зарядка. Кстати, это очень удобно, как оказалось, у меня ранее такой не было. И еще хочу сказать, что в комплекте шли ремешки. Два ремешка, один тканевый, а другой такой симпатичный, прорезиненный, очень красивый цвет у него. Также можно заказать в этом же магазине еще ремешки. Я вот выбрала себе металлический, он на магнитной застежке, такой классный. Я сразу его сейчас одену на часики, покажу, как это стильно смотрится. У часов полностью оригинальный интерфейс, есть выбор разных циферблатов, или можно вообще загрузить свое фото. Все уведомления и звонки с телефона будут приходить на сами часы, и также можно с них совершать вызовы. На часах есть измерение пульса, также можно посмотреть погоду, быстрый доступ, всякие режимы спортивные для вашей активности. В общем, функций в них очень много, я теперь с удовольствием буду ими пользоваться. Еще здесь также есть фонарик, кстати, он хорошо светит, если нужно что-то где-то подсветить, самое оно. А еще, чтобы немного подразвлечься, здесь есть даже несколько игр. Я уже посмотрела, протестила, ничего не зависает, игры очень яркие и интересные. Очень понравилось, что меню в них очень плавное, ничего не зависает. Поэтому буду пользоваться точно с удовольствием. А как они классно и стильно смотрятся на руке. Ну, это просто красота. И повторюсь, еще очень мне понравился вот этот ремешок.
Смотрите, как легко его застегивать, также расстегивать. Под любую руку он подойдет, поэтому смело можно такие точно заказывать. Ну и, конечно, хочу вам продемонстрировать, как легко они заряжаются на этой очень удобной зарядке. Далее наушники тоже хочу вам показать. Упакованы они также идеально к наушникам. Сразу приобрела себе чехол, чуть дальше его вам покажу. Хочу сказать, что наушники универсальные, они подойдут абсолютно всем. В комплекте есть 4 комплекта сменных амбушюр, и на этих наушниках еще есть работает сенсор. Таким образом, на них можно переключать музыку, управлять громкостью и, конечно, отвечать на звонки. Также в этих наушниках очень будет удобно заниматься активным спортом. Ну а вот он и сам силиконовый чехол. Знаете, чтобы не затерся чехол от наушников и был всегда в хорошем виде, вот заказала такой. Он очень приятный, очень нежный. Мне, в общем, понравился. Также хочу сказать, что я уже, знаете, приноровилась, одеваю эти наушники и дома занимаюсь уборкой. Есть еще, кстати, и веревочка в комплекте. Очень довольна своим заказом, буду пользоваться с удовольствием. В этом магазине очень много разных гаджетов. Любой из них просто станет отличным подарком для ваших близких и друзей. В современном мире, если честно, трудно представить себя, например, без часов, без наушников. Поэтому ссылочку на магазин я для вас оставлю в описании, где я заказывала эти гаджеты. И знаете, переходите и заказывайте, потому что реально хорошее качество, цены порадовали, и пользуйтесь, конечно, с удовольствием. Предверный, вижу, есть коврик по 86 рублей, вот он, тоже прорезиненный, теперь такой приятный цвет коричневый, вообще они были и серые, и черные, у нас сейчас остались коричневые. Так, далее коврики универсальные из материала Эва по 299 рублей. Тоже сейчас в разнообразном цвете пока еще есть. Размер 47 на 85 сантиметров. Хорошие коврики, хотя многие пишут, что забивается грязь в эти ячейки, что их и оттуда не достать эту грязь. Но у меня он лежит как предверный, и там обычно, знаете, песок и пыль. Я его просто переворачиваю, все сразу раз оттуда. И просто в шоке, сколько грязи и пыли было в нем. Но чтобы грязь именно застревала, у меня такого лично нет. У меня, кстати, вот в таком цвете. Ячейки у меня вот такие вот и ромбиком есть. Они в одном цвете, но вот ячейки разные. Вообще классный коврик, очень им довольна. Что тут у нас? Самоклеящиеся 3D-панели по 74 рубля в белом цвете. Такой красивый кирпичик. Вот знаете, так лежит панель и не поймешь. Кажется, что это, ну, действительно какой-то декоративный камень. Так что, если что, размер я вам не сказала, 70 на 77 сантиметров. Еще, конечно, есть продажи ковер Шеги, 1120 рублей он стоит, производитель Беларусь, цвет красивый есть, светленький есть, потемнее такой бежевый, коричневый. Как-то они у нас всегда есть в продаже, ну и хорошо, хорошего качества они. И еще есть вот такие вот коврики, тоже качество неплохое, видите, они тоже разные по рисунку, но здесь уже ворс не длинный. И, конечно, он подешевле в два раза почти. Вот она цена, 559 рублей. Это тоже Беларусь, 80 на 120 у него размер. Смотрите, а белые стульчики-то разобрали, остались только черные, которые пластиковые кресла, 576 рублей. Россия, 130 килограммов максимально выдерживает. Пластик обработан неплохо, по крайней мере, не цепляется, знаете, за руки. Ну, будем ждать. Я думаю, что если разобрали, конечно, будет... И предложения привезут и беленькие. Так, еще здесь есть табуреты по 437 рублей. Тоже такие бюджетные варианты. 130 килограмм указано выдерживают. Сейчас перевернем мы с вами, чтобы полюбоваться на него с другой стороны. Ну, так вот смотрится нехитро. И есть, кстати, сидушки коричневые. Есть, вижу, что светленькие какие-то к белому цвету. И вот такие вот, как рыжеватые. Это Россия. Ну а тут у нас новинки. Привезли женские сланцы по 165 рублей. Это материал Эва. Давайте скорее посмотрим. Вот так вот они выглядят. Смотрите, какие интересные. Обычно, знаете, прямые такие, да, резиновые как бы. А здесь прям с цветочком есть еще вот такой вот, как бабочка. Так, размеры сейчас в ассортименте. Еще мне кажется, что они даже не маломерят. Вот взяла 41, он прям выглядит как 41, такой большой размер. Поэтому пока есть, конечно, дешевле цену я точно нигде не видела. И они еще плюс симпатичные.
Давно не были в холодильнике. Здесь так холодно, не хочется заходить сюда, если честно. Но давайте посмотрим. Может быть, есть новое что-то. Творожная масса. Лето близко. 57 рублей с изюмом. 150 граммов. Много всего. Так прям, знаете, я растерялась аж. Сметанина. Привезли новую сметанку. 400 граммов. 15%. 62 рубля. Тушка утенка за килограмм 367, причем это не такая, она, знаете, размороженная, 980-960 выходит вот где-то тушка. Сосиски 199 рублей, сосиски молочные, без ГМО, без сои, 328 рублей, вот кило 600, выходит такая большая упаковка. И еще я здесь увидела колбаса рубленая, 310 рублей. Это коровина торговая марка. Вроде как неплохая. Давайте посмотрим. Опять же, без ГМО, без сои, как указано. 840 граммов. Что тут еще по колбасам мы с вами встретим, найдем. А вот еще ветчина классическая, 199 рублей. Кстати, у меня такую покупали родственники, сказали, очень вкусная, и постоянно ее сейчас здесь берут. Это новинка, 600 граммов, категория Б. Что тут нам пишут? Свинина, вода, белковый стабилизатор. Ну, по крайней мере, не вижу, что вот мясо механической обвалки. Надо, кстати, попробовать. Хочу взять такую сегодня, тоже из новенького. Вы пишите, может быть, вы это уже пробовали, как вам? Здесь что у нас? Вершина вкуса. Это что вообще такое? Колбаса натурального копчения, 500 граммов, это Останкино, первый стандарт, 291 рубль. Фасовка 500 граммов. Не пробовала, не знаю. А смотрите наверху, что новенькое, это курага. Такая она мягкая, 139 рублей, Таджикистан, 500 граммов. Красивая вся, свежая, видно, что мягенькая. Еще много разных рыбок. Например, тюлька вот такая вот красивая, холодного копчения, 69 рублей за 200 граммов. Еще здесь что? Какая-то обрезь. Набор к пиву из форели 195 рублей. И рядом здесь салака. Такая тоже крупненькая, красивая, холодного копчения. 300 граммов. Фасовка 82 рубля. Появились, смотрю, в продаже сливы сезонные по 177 рублей за килограмм. Какие красивые нектарины. Почем? За килограмм 146 рублей. Все расфасовано удобненько. Смотрите, что еще из новинок увидела. Начали продавать в светофоре дыни. Как они оформлены. Вы только посмотрите, в каком пакетике, мешочке. Так красиво, прям как новогодний подарок почти. Ладно, смотрим с вами. 70 рублей за килограмм. На 150 выходит вот дынька. Производитель, кстати, Россия. Ничего себе. Интересно, что Россия. А здесь у нас ничего больше не указано. Просто смотрю, что иероглиф какие-то. Ладно. Арбуз. Арбуз по 70 рублей также за килограмм. На 460 вот выходит где-то в среднем арбузик. 500. Вот она цена поближе. Помидоры какие крупные. Помидоры 115 рублей. Томат. И перец. Перчик вот такой вот зеленый. Что нам тут пишут? Импортный весовой 140 за килограмм. И редис. Редис Израиль. Ну какой-то он. Да нет, думала мелковат, просто запотел пакетик. 105 рублей. Нормальный. Ну картофель, конечно, очень мелкий. Еще пока совсем как орешки. 30 рублей. Россия. Смотрите еще сейчас, что увидела. Шок цена. Продают по 60 рублей брюки женские спортивные. Размер 46 по 54. Ну, как бы, естественно, здесь что уже осталось. Вот они остатки и распродают. Но, в общем-то, ничего, такие штанишки. Ну, 60 рублей, это вообще крутяк. Так что светофор нас радует с вами как может. Так, хочу еще пройтись по продуктам. Посмотреть, что тут есть еще что-нибудь новое. Вообще, все у нас завалено в светофоре, очень много всего. Вот, кстати, и новинка, которую не видели с вами еще. Малина, протертая с сахаром, лето с пользой. Такой он какой-то желеобразной консистенции. Сейчас посмотрим. На цену, конечно, сразу 118 рублей. Производитель это Россия, тульский продукт. 550 граммов, баночка стеклянная. Еще есть вот такая вот неженка, пюре яблочное, яблочно-банановое с сахаром.
460 граммов стоит 71 рубль. Это тоже Россия. И еще из новинок мне встретилось вот такое мясо кабана особое с можжевельником. Стоит 113 рублей, производитель Россия, 338 граммов. В составе мясо кабана, свинина, жир свиной, вода питьевая, ягода можжевельника, соль, лук, черный молотый перчик, чеснок, желатин и лавровый лист. Если пробовали, пишите, как вам такой продукт. Новые соки я увидела. Во-первых, персик, яблоко есть. Также какой здесь просто яблочный, да? Дивный сад. 115 рублей за литр 930, ну почти 2 литра. И сладости, конечно, как обычно, всего очень много. Увидела, есть вот такие вот симпатичные орешки со сгущенным молоком за килограмм 208 рублей. Здесь какие-то творожные печенюшки по 199 рублей, опять же цена за килограмм. Есть еще вот такой вот вариант, печенье бисквитное в глазури со вкусом манго. Сейчас тоже посмотрим, сколько стоит. Были еще такие, помню, с малиной. 346 за кило 200. Вот здесь вот что-то новое, чего мы с вами еще не видели. Два вида вот таких вот печенюшек. Это у нас печенье с воздушной кукурузой и шоколадное с воздушным рисом. Производитель Россия. Давайте посмотрим на цену. 157 рублей за полкилограмма. Еще новые приправки привезли. В таком они черном оформлении. Давайте смотреть, что именно. Так, тут у нас техасский стейк с перцем, чесноком, солодом. Далее ребра барбекю. И есть еще сицилийская рыбка и овощи по-итальянски. Давайте смотреть на цену. 37 рублей за 30 граммов. Мука есть в продаже. Мука пшеничная. По 52 рубля за 2 килограмма. И еще есть формат побольше. 5 килограммов стоит 160 рублей. Это все производитель Россия. Ну а на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Благодарна за ваше внимание. Обязательно будет продолжение, поэтому подписывайтесь на канал. И, конечно, всем желаю здоровья. Берегите себя, берегите близких. Всем нам мирного неба над головой. До новых встреч. Всем пока.